17:28, 23 февраля, может кому-то интересно. Ух ты, царапина какая на камере. Ну вот пошел я по правой трассе, которая тоже до конца нормально не сделана. Там камни надо влево будет выворачивать, вот на эту, на параллельную. Ну уже просто надоело однообразие, уныло как-то все. Та тоже там торчат, как всегда, камни колья. Здесь не доделано, в общем, разок проеду, сейчас погляжу, если не скопучусь. Ну, холдами есть холдами, дымка появилась вон. Хотя вон еще дальние сопки видны, но уже дымка, уже такой ясности нет во взгляде. Так что имейте в виду, короче, с трассами напряг. Но вверху все равно лучше. В смысле, на Бугельном лучше, чем внизу. Внизу сейчас просто дикие стада, там минут 20 я стоял. Поэтому вниз даже нет смысла спускаться, короче. Ну вот туда, куда он ломится, тоже смысла нет, потому что там колья, всякая хрень. В общем, так просто. Детское катание, короче, обучение сплошное. Пара подъемов еще осталось.